вот отсюда едем. Вот здесь можно срезать. Вот сюда. Вот на этой карте. Вот сюда. Вот, значит, сюда подъезжаем. Здесь стоим.
Очень рад. Очень рад, что ты снова первый. Здесь очень интересная разнообразная местность, подходящая для ралли-рейдов, и степи, и горные участки в прикаспийской низменности, дюны, высокие дюны, огромные многоэтажные дома, там 30-40 этажей, наверное, не меньше. Ну и Казахстан очень огромная страна, очень большая, но эта местность наиболее приближенная к тому, где мы живем, набережной Челны. Поэтому вот решили здесь. Нам очень нравится. В предыдущие года мы очень часто ездили в Астраханскую область, Волгоградскую, Калмыкию. Это там, где проводятся чемпионаты, этапы чемпионата России, и поверхность более подходящая, более похожа на ту, что мы ищем для испытания наших машин, для испытания наших организмов. Но мы настолько часто туда уже ездили, бывало по 2-3 раза в год, и, наверное, лучше эту область, этот район знаем, чем родной Татарстан. Поэтому было принято решение поискать что-то новое. Хотя это новое, это просто забытое старое. Мы уже бывали здесь. Вот здесь проходил первый шелковый путь. Гонка Трансориенталь, по-моему, в 2008 году проходила здесь. И сколько мы помним, здесь очень хорошие места, очень хорошие трассы. Есть каменистые спецучастки, где можно поучиться тому, как не нужно рвать колеса, не нужно повреждать шины о камни. Здесь очень хорошие дюны, можно сказать, отличные дюны, где также можно набраться опыта и где этот опыт очень сильно пригодится при участии на Дакаре, на Дакаре 2016. Да, климат очень сильно похож, несмотря на то, что сейчас сентябрь месяц, можно сказать, ранняя осень, но здесь, приехав сюда, всего где-то порядка 2000 километров от нашего города, но жара достигала, я лично видел 37 градусов на заправке, сфотографировал специально на телефон, чтобы была температура, плюс 37 градусов. В Аргентине, конечно, это средняя, наверное, температура, 37 градусов, и в основном еще и больше, но тем не менее организм все равно постепенно привыкает к этой жаре, привыкает находиться в кабине в такой жаре. Вот, но по ночам единственное здесь прохладно, но ночью, можно сказать, мы успеваем все работы до заката солнца сделать, поэтому привыкаем к жаре. Ну, это, наверное, самый интересный вопрос, очень часто задаваемый, сложно на него ответить. Естественно, я думаю, в зачете грузовиков каждый из 70 экипажей, ориентировочно участвующих на Дакаре, естественно, возлагает на себя надежду на наиболее хороший результат. Кто-то явно стремится на первую ступень пьедестала, кто-то на вторую, кто-то в тройку, кто-то в десятку. Для кого-то огромное счастье просто доехать до финиша. Есть такие люди, которые они будут счастливы, если просто доехать до финиша. Естественно, у нашей команды большой опыт, очень много побед. Естественно, планка у нас поднята высоко, ну и мы будем стараться эту планку не опустить низко и будем рассчитывать, естественно, на победу. Казахстан, я думаю, выбран был, потому что здесь есть все, что нам необходимо, и камни, и пески. И тем более, мы здесь давно уже не были, последний раз это когда проходил шелковый путь в 2009 году. И в качестве эксперимента, я думаю, что вполне удался. Ну, в первую очередь, это испытание для техники даже. Потому что много новых каких-то узлов, которые мы испытываем. И в этих температурах, в этих условиях, то есть они проходят пробеговые испытания. Что мы не можем сделать этого дома у себя.